Личный дневник, день 9. Эти 2 месяца работы открывают огромные возможности. Завершая эксперимент дала бы нашей армии все шансы улучшить антидот. Однако они не умеют ждать. Теперь проект закрыт. После одного грандиозного провала. Но я знаю, что эта вакцина будет работать, и я приказываю отправить вещество лично фельдмаршалу Менге и завершить работу прямо на поле боя. Эта болезнь ужасна, мы должны остановить ее. Верховное командование, похоже, умывает руки, но что-то подсказывает мне, что они пожалеют о том, что задушили мой проект. Моя прежняя берлинская клиника, в конце концов, не так уж плоха. Снова служить в армии через столько лет, после того, как я учился вместе с лучшими, звучит, будто я поддался на дурную шутку. Теперь жизнь — это дисциплина. Я должен подчиняться приказам и отдавать честь тем, кто глупее меня, вместо того, чтобы тратить время на действительно важные вещи. И все же я должен признать, что чувствую необычайный подъем. Возможно, в каком-то смысле так и должно быть. Опять! Интересно, какие шансы у нас в этой войне, если старику, кроме меня,
Слушай музыку, это безопаснее. Мне следовало бы выяснить, что они такое. И как их можно было бы использовать. Вы, наверное, один из этих свихнувшихся ученых? Я офицер и исследователь. Я ищу знания для себя. И победы для Паттерна. У меня было предчувствие, когда я вляпался в это дерьмо. Но с вами я увязну в нем гораздо глубже. Хватит терять время, выписывают тут руки. Держитесь! Не думаю, что посадка будет мягкой!